Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим вот такое логарифмическое уравнение. Логарифм по основанию 3 от x квадрат плюс x равняется логарифм по основанию 3 от x квадрат плюс 3. Поскольку основания логарифмов одинаковы, то мы можем сами логарифмы отбросить и получить внутренние части x квадрат плюс x равняется x квадрат плюс 3. Переносим x в одну сторону. X квадрат плюс x. Этот перейдет со знаком минус x квадрат равняется 3. Противоположный можно отбросить. Получим, что x равняется 3. Что необходимо сделать еще? Необходимо выписать область определения, несмотря на то, что части, я знаю, обходятся без этого. Итак, x квадрат плюс x больше нуля и x квадрат плюс 3 тоже больше нуля. Ну, мы увидим, что если мы подставим 3 в квадрате прибавить 3, это 12 больше нуля. И опять же, 3 в квадрате это 9 плюс 3, также больше нуля. То есть выполняется неравенство. Это если решать на скорую руку. Иначе нужно вот это все расписывать. Спасибо за внимание.